Доброго дня, в ефірі «Огляд Блогосфери». Я Сергій Руденко. Ситуація на сході України та реакція росіян на продовження АТО у Луганській та Донецькій областях. Про це та про інше у сьогоднішньому огляді Блогосфери. Отже, Ірина Геращенко пише у Фейсбуці. Говорила з нашими, що зараз в Слов'янську. Місцеві жителі просять якнайшвидше відновити електропостачання, водоканал і включити українські канали. Так і буде. Українські спеціалісти зроблять це протягом кількох днів. Дуже важливо, щоб наші телевізійні канали мали і український контент, делікатність, чуйність, разом з тим твердість і патріотизм у висвітленні новітньої української історії, яка зараз насправді твориться. Будинки, водоканали ми відбудуємо. Душі лікуються довше і важче. І тільки всім миром. Написала на своїй сторінці у Фейсбук представник президента України у зоні конфлікту Ірина Геращенко. Борис Німцов, російський опозиціонер, пише про реакцію в Росії на вихід Ігоря Стрєлкова або так званого Гіркіна з Слов'янська. Клакер Кремля з обільним слюноотделенням Кургінягін требует от Стрелкова лояльности к Путину. Боится, что злой Стрелков вернется в Россию, будет мстить Кремлю за предательство и недостаточную поддержку сепаратистов. За этим и приехал Донецк. Стрелков и компания считают и справедливо, что Путин их кинул, предал. Присоединять Донецк и Луганск отказался. И помощь хоть и отказывает, но ровно такую, чтобы конфликт тлел. Не более того, новые герои Путину не нужны, как и европейская успешная Украина, написал Борис Немцов на своей странице у Facebook. Алексей Навальный у Твиттере разместил фотографию Быкова, Акунина, Макаревича та інших, які фотографії розміщені у туалеті Київського вокзалу у Москві. Мощний креатив от нашиста. Фотографії Быкова, Акуніна, Макаревича і других розмістили на полу туалета Київського вокзалу, написав Олексій Навальний у Твіттері. Нагадаю, що і Быков, і Акунін, і Макаревич відомі своїми проукраїнськими висловлюваннями. А Андрій Макаревич, лідер гурту «Машина времени», навіть піддавався остракізму від своїх російських колег, діячів культури, за те, що він виступив проти анексії Криму. Валерія Новодворська пише на «Ехо Москви». «Это не русский народ. Это толпа с мироощущением маніакально-депресивных рабов. Где вы видели русский народ в большом количестве? Я его видела 15 марта. 50 тысяч, которые пришли защищать Украину, о чем советское телевидение до сих пор с ненавистью вспоминает. Это был русский народ. Остальное – советский народ. Для советского народа набор нормальный. Вставание с колен, покажем Кузькину мать, нищета, разруха, любимое начальство пинает ботинком, имеет право всех зажать, никого никуда не пускать, ничего не надо, что надо, сами стащим, что плохо лежит. Нормальная советская психология. Почему молчали, когда гнали в Магадан, раскулачивали? Привыкли молчать, а те, кто не хотел молчать, истребили за 70 лет советской власти. Остались только отдельные особи, выродки. Борис Немцов, Константин Боровой, на которых не действуют останки из Киевской башни патриотического излучения. А черносотенцы – это не русский народ, а его позор. Русский народ еще где-то надо приобрести, написала Валерия Новодворска в своем блозе на «Эхо Москвы». Александр Гольфарб на «Сноубру» пише. В сети гуляет последнее заявление Игоря Стрелкова перед тем, как его отряд покинул Славянск. К нему пристегнут крик души писателя Захара Прилепина. Показательно, что авторы этого горького упрека элите не упоминают имя человека, от которого, собственно, все и зависит. Не упоминают, но знают, что прочтет. И все еще надеются, потому что думают, что он такой же, как они. Пассионарный, романтичный патриот, который искренне ненавидит врагов России. Он действительно такой же и думает так же, но помощи он им не пришлет, потому что ему пригрозили последствиями, которые оказались выше его возможностей. Но представьте, каково ему все это читать. Ведь весь его авторитет, вся самооценка стояли на том, что он своих не сдает. Как он мечется в бессильной ярости, как мечтает, что пройдет время, он подкопит силенок и отомстит за свое унижение и за тех, кого пришлось сдать. Так врежет, что мало не покажется, уважая Олександр Гольфарб,
в своєму блозі на Snob.ru. Ігор Стокос пише в Фейсбуці. Помните, тот, кто предал один раз, предаст еще, только подвернется удобный случай. Это я о тех, кто блокировал колонны наших войск 2 месяца назад, о тех, кто бегал с русскими флагами и орал на каждом перекрестке «Россия», а сегодня вопит «Слава Украине». Пусть политики рассказывают все, что хотят, но я твердо уверен в одном. Если бы не было широкой поддержки среди местного населения, не было бы того, что происходит на Донбассе. Научитесь говорить правду, господа, пише Ігор Стокоз. Тарас Березовець, политолог, пише про ситуацию на Донбассе. Донбасс ждет длительный процесс выздоровления, как у тяжело больного, на которого махнули рукой все специалисты. Русская весна готовила региону в лучшем случае участь Приднестровья, в худшем Сомали. Донбасс в планах Кремля должен был стать рассадником насилия, постоянно подпитывающего нестабильность во всей Украине. Если бы АТО задержалось на 2-3 месяца, у безработных и отчаявшихся дончан было бы 2 пути – в беженцы или в террористы. На то у Путина был особый расчет. Выздоровление Донбасса в то же время ни в коем случае не должно означать, что Порошенко может пойти на компромисс с местными элитами в лице Ахметова и Ефремова. К этому его уже сегодня активно склоняют отдельные друзья и авторитеты Донбасса, приведшие регион к гуманитарной катастрофе, написал на своей странице в Facebook Тарас Березовець. Игорь Тупикин пише, проблема переехавших из Славянска в Донецк террористов в том, что вокруг стало значительно меньше идиотов. И Борислав Береза, это речник правого сектора, написал на своей странице у Facebook. Видя, как народ массово ведется на манипулятивные технологии и популистские заявления, становится в очередь поклонников политических клоунов, я понимаю, что Майдан так ничему людей и не научил. Право на свободу собрало свою кровавую жатву в Киеве зимой. Право на независимость собирает свою дань на востоке Украины. А за право делать осознанный выбор, понимать ответственность за свой голос и не поддаваться на громкие слова и пустые обещания, мы еще будем вынуждены заплатить свою цену. Пугает лишь то, что с каждым разом этот опыт нам достается все дороже и дороже. Написал на своей странице в Facebook Борислав Береза. Евген Ихизон пишет на своей странице в Facebook. Подумал, что некоторые люди, рожденные в 30-х годах и живущие в Донбассе, смогли пережить 2 оккупации – немецких фашистов и русских фашистов. Аркадій Бабченко – це військовий кореспондент із Росії, який перебував довгий час у зоні проведення антитерористичної операції, а нині знаходиться в Москві, пише на своїй сторінці в Facebook. «Как я і говорив, при попытке зайти на українські сайти, інтернет у мене вирубається, как будто где-то предохранительный автомат срабатывает. Как только в строке появляется что-то с расширением UA, хлоп, и интернет тут же умирает. Потом, правда, заводится, но перегружать каждый раз реально бесит. А сегодня мне заблокировали Киви кошелек без объяснения причин. Широка страна моя родная. Мизулина, люблю тебя», написал Аркадій Бабченко. Егор Фирсов пише на Фейсбуке. «Прочел заявление Ахметова. Наверное, неправильно было бы называть его дураком. Но как иначе объяснить его позицию по мирному урегулированию конфликта? С кем садиться за стол переговоров? С Бесом? С Гиркиным? Кто уполномочен представлять Донбасс? Пусть приедет в Краматорск поговорить с людьми и спросит, хотят ли они переговоров. Люди хотят уничтожение каждого убийцы, каждого зверя, каждого террориста за всю ту боль, которую они причинили. А Ахметов вновь рассказывает о русском языке, о каких-то праздниках, традициях. Запомните, Ренат Леонидович, желанный вами счастливый Донбасс возможен только при полном уничтожении террористов, написал на своей странице в Facebook Егор Фирсов. Ну и Олег Царев написал в Фейсбуке про звинувачення, яке висунули ему в Службе безопасности Украины. «Меня Наливайченко необоснованно обвиняет в том, что я помогал сделать русский Крым. Хочу прояснить свою позицию не для Наливайченко, мне все равно, что он думает, а для друзей по Фейсбуку. Я выступал против поспешного, с моей точки зрения, принятия Крыма в состав России. Тогда я считал, что России куда важнее не допустить создания антирусской Украины, чем получить русский Крым сегодня. В первые дни конфликта на сторону крымской власти перешли практически все воинские подразделения, находящиеся в Крыму. А это около 20 тысяч солдат. В Крыму исторически находилось более
боеспособные подразделения украинской армии. Я считал, что именно при помощи этих подразделений, а также активистов Юго-Востока, надо было добиться соблюдения выполнения Украиной и Киевом соглашений от 21 февраля и восстановления законности на Украине. Ну, власне, більше про те, що написав Олег Царьов з приводу висунутих звинувачень йому від Служби безпеки України, ви можете прочитати на його сторінці у Фейсбук. На цю хвилину у мене все. Більше я вже вам розкажу завтра о 12:20 у черговому огляді Благосфери. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!